Константин, начало матча вышло феноменальным совершенно. Ожидали, что на 16-й секунде против «Зенита» победите? Да нет, конечно, мы не ожидали, но хорошо, что забили, и мы этому были рады. Как этот гол повлиял на игру? Что-то поменяли в стиле, в тактике, в плане на игру? Нет, но всегда быстрый гол выбивает другую команду из колеи, и я думаю, они тоже не ожидали такого события, и не знаю. Обычно после гола начали играть без проблем вообще. Пенальти бил? Что? Пенальти надо было ставить? Ну, я считаю, надо, все эксперты считают, надо, все считают, что надо ставить. А что было в том эпизоде, с вашей точки зрения? Ну, или подача, я принимаю, тянусь за мячом, мне бьют по ноге, он идет смотреть вар и не ставит. Говорит, недостаточное касание было ноги. А какое-то касание должно быть? Перелом или что, я не знаю. Раньше за это такие ставили, сейчас не ставят. Вы потрясены. А? Вы потрясены. Да я уже забыл этот момент, хорошо, что мы победили, идем дальше и все. Ну, если бы не победили, был бы скандал? Возможно, был бы скандал, я думаю, сейчас будет скандал, и это так просто не оставят, думаю, и клуб будет защищать этот момент, оспаривать. Давайте немножко об эмоциях от победы в целом сегодня. Ну, конечно, мы рады, такой матч, еще и по пенальти, я думаю, для зрителей это было так феерично, и мы очень сильно кричали, я даже чуть-чуть голос сорвал, идем дальше, сейчас надо восстановиться и готовиться к Уралу. Все, спасибо большое.